Здравствуйте, сейчас я покажу Миксток. Вся интересующая вас информация будет под видео. Шифоновая, размер S. Джинсовая, здесь много камушек, все камушки на месте. 40-й размер. Сейчас покажу то, что не вошло в посчитанное количество единиц. Шарфик сверху полностью обшит бисером. Также шарфик. Для роликов. Бюстгальтер. Топик ХБ. Также ХБ. Верх от купальника. Поясок. И еще один топик. Дальше купальник идет. Синтетика. Шифоновая, довольно длинная, размер М. Костюмная ткань, 36 размер, тоненькая, без подклада. Плотная костюмная ткань, 46 размер. Коттон 3XL. ХБ. Размер М-ка. Джинс. Размер М. Тонкий джинс. 38 размер. Трикотаж размер L. Костюмная ткань, 54 размер. Атлас, 40 размер. Сверху джинсовая, внутри с подкладом. Подклад не очень толстый, размер L. Шифоновая, размер L. Костюмная ткань, 25 размер. ХБ XS. Синтетика М-ка. Трикотаж М-ка. Джинс S-ка. Теплая ткань, размер L-ка, джинс S-ка расклешенная внизу, джинс 34 размер, атлас, размер L. Костюмная ткань с подплечниками, размер M. Коттон, 40 размер. Костюмная ткань очень тонкая, размер XL. Джинс, 38 размер. Также джинс, 38 размер. С камушками. Все камушки на месте. Синтетика. Полуоткрытая спинка.
размер S-ка. Костюмная ткань, размер M-ка. Джинс XS. Также костюмная ткань, небольшая подкладка, размер XL. Вязаный размер XL. Лен размер L-ка. Атлас М-ка. Джинсы 27 размер. Тоненькая подвязка. Это маечка. Размер L-ка. Шифоновая М-ка. Трикотаж L-ка. Лакированная. Внутри толстая подкладка. Размер S. Джинс размер XL. Под джинс тоненький. Размер 36. Синтетика Adidas L-ка. Костюмная ткань, 48 размер. Плотненький, размер M. ХБ-L-ка. Размер S джинс. Ветровка довольно тонкая, размер XL. Катон L-ка. Джинс S-ка. Джинс 26 размер. Тонкий джинс. Сзади с камушками. Все камушки на месте. 28 размер. Также джинс с камушком, но тут камушков не хватает. 50 размер. Джинс 34 размер.